Всем привет! С вами снова Александр. И сегодня я вам расскажу о моем любимом, недорогом, подмечу, абсолютно недорогом игровом манеже. Это мой любимый в недорогом сегменте манеж для игр непосредственно. Это не кровать-манеж, как часто это бывает в моих обзорах. Сегодня я именно про игровой вам расскажу. Он от компании Baby Design. Модель называется Play Up. У него размеры 106 на 106. Он большой игровой манеж. И вот в комментариях вы мне пишете, чтобы я делал анбоксинг, так называемый, товара в обзорах. Не совсем понимаю, зачем вам нужно смотреть, как я достаю из коробки. Но раз просите, то держите. Соответственно, вот так он у нас идет с завода в коробочке. Он уже, соответственно, запакован полностью. Сейчас мы его вытащим с вами. Вот так вот. Убираем в сторонку коробочку. Анбоксинг, скажем так, здесь простой, легкий. Все запаковано аккуратненько. И, соответственно, вот что мы имеем в реальной жизни. Вот таким образом мы сможем его брать с собой в гости, там, в отпуск, еще куда-то, если нам это надо. Ну и, соответственно, если не нужен, так вот он упакован, его легко можно убрать, он компактно складывается. Соответственно, раскрываем. У нас внутри непосредственно само основание и внутри уже манеж. Раскрываем. Сумочка. Нам она сейчас не нужна. Ну и вот, собственно, сам манеж непосредственно. Он у нас здесь на липучечках. Все, соответственно, в обратном порядке. Сейчас, если вы видите, как я его разбираю, в обратном порядке он также и собирается. Соответственно, вот. Вот сам манеж. Его конструкция. Убираем пока в сторону дно. И раскладываем манеж. Вот, в манежах всегда есть какие-то фишки. Просто так, если я сейчас надавлю на основание и раздвину его, он нормально не встанет. Нам нужно обязательно перед этим соблюдать последовательность выпрямления основания. И после того, как мы все четыре стороны зафиксируем, нам нужно надавить на основание. Вот, после чего у нас манеж приходит такое в рабочее состояние. Ну, он реально огромный. Смотрите, 106 на 106. Это просто какой-то, я не знаю, нереальных размеров манеж. Здесь даже двое детей смогут играть. Но зато накидали игрушек. Ребенок в движении не стеснен, не напрягается. И мы, соответственно, довольны. Так, и здесь по поводу перемещения, здесь на колесиках, на ножках нету никаких роликов, колесиков. Поэтому перемещать его нужно непосредственно поднимая. Вот, собственно, манеж. Вот то самое основание, которое у нас служит дном. Оно у нас жесткое. Каждая часть у нас жесткая, просто вот так все это складывается. Нам нужно сейчас все это опустить вниз. Здесь снизу в манеже есть места, куда можно это зафиксировать. Ну, я просто его сейчас опущу. Вот что мы имеем. Вот у нас уже жесткое основание. Ребенок может там хорошо, плотно стоять. Он не гуляет, ничего. В этом отношении манеж хорош. Здесь также у нас есть интересная тема. Вот, я лично с младшим ребенком очень активно этой темой пользуемся. Вот здесь у нас часть открывается. Ребенок залез, вылез. Соответственно, не стеснен никак в передвижении по комнате. И удобная тема. Не надо, закрыли. Все, ребеночек там находится и никуда не денется. Здесь у него есть смотровое окошко. В принципе, по большому счету, если уж очень надо, его можно использовать и как кроватку, бросив туда там какой-нибудь матрасик. Вот. Но это если очень надо. Но он не предназначен для этого. Это игровой, в первую очередь, манеж.
Что касается качества изготовления, друзья, здесь как бы, даже если бы он стоил в два раза дороже, вот, он бы и на те деньги сделан был бы прекрасно. Я не знаю, к чему здесь придраться, здесь все ровно пошито, все очень плотно, надежно. Гарантийных обращений по манежам Baby Design нет в принципе, я не помню таких. И не думаю, что вы там в комментарии мне сейчас напишите, что у вас там что-то сломался. Я думаю, если вы его сломали, вот тогда другой вопрос. Но чтобы что-то по технике, по браку, по заводу, какие-то проблемы были, я сильно сомневаюсь. Вот. Поэтому могу как бы смело рекомендовать вот Baby Design и Joy. Это вот такие недорогие манежи, которые... Могу вот прям вот очень рекомендовать. Соответственно, в этом ценовом сегменте я бы на другие бренды в принципе не смотрел. Я, кстати, ссылку в описании добавлю на этот манеж на First Bug. Посмотрите, если понравится, можно будет сразу заказать. Там утром закажете, в этот же день вам все привезут. За этим дело не станет. Кстати, у компании очень хороший сервис. Как я говорил, они не ломаются, но если вдруг что-то и случится, очень клиентоориентированный сервис. Все решает, все быстро, все четко. Ну, как бы вопросов у вас не возникнет. Вот. Собственно, здесь у нас что еще у меня в кармане осталось? Два вот таких вот колечка идут в комплекте. За них, в принципе, очень удобно вешать какие-нибудь игрушки. Сейчас они тут сразу... Так, подожди-ка. Вот так. Вот, они, соответственно, у нас крепятся на саму раму. Правда, это не так уж легко сделать сразу. Вот. Ну и здесь, например, тоже так сделали. Вот, и, соответственно, ребенку может взяться, когда он встает за что-то, если он вдруг сюда не достает. Правда, это не сильно спасает ситуацию, но как ручки для ребенка, они тоже, в принципе, работают нормально. Что-то, игрушечки какие-то повесить, погремушечки, чтобы ребенок игрался. В этом плане прям хорошо. Ну, это и без этого можно обойтись прекрасно. Собственно, по манежу, вот... Здесь много не расскажешь, я просто хочу его вам показать. Действительно, вагон места, как игровой манеж, за недорого, я прям очень-очень рекомендую. Поэтому, если понравился обзор, вы для себя увидели, что он действительно классный, а я думаю, так оно и есть. Ссылка внизу на первую коляску, заказывайте и приобретая его, я уверен, что вы будете довольны. Так что... Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно, это очень помогает развитию канала. Ставьте лайк, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления на выход новых обзоров. Ну а собственно и первой колясочке большое спасибо за предоставленный манеж на обзор. А вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора детских вообще в принципе товаров и манежей в том числе. Хорошего выбора для ваших детей. Всего доброго вам, до свидания.